Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочее совещание с руководителями районов и городов. Буквально на прошлой неделе в республике закончили подводить итоги развития за 2017 год. Большинство районов показали рост по ряду показателей – производство сельхозпродукции, промышленность, социальная сфера. После совещания Михаил Игнатьев вручил государственные награды главам администрации и муниципальным служащим, которые внесли значительный вклад в развитие местного самоуправления и за многолетнюю добросовестную работу. Орден за заслуги перед республикой получил глава администрации Ялчикского района Николай Милин. В администрации он работает уже 17 лет. Проблемы очень много были, очень много. Тем более у нас в районе газификации не было. Ну, были такие времена тяжелые, но это уже прошли времена. Сейчас уже таких тяжелых времен нету, все, сейчас работаем. Но у нас все есть. У нас садиков есть, школы есть, у нас все есть. Только, конечно, вот для молодых рабочие места надо найти. Глава Чувашии поблагодарил собравшихся за работу и отметил, что в этом году перед ними также стоит много задач. Предстоит работа по выполнению поручений президента России, которые он обозначил в своем послании.